ты не поймешь, за что сержант бойца терзает, а тот служит только год, кто молодых терзать желает. Проходит год, как будто век, как будто год наряд проходит, и терпим мы жару и снег, лишь был бы гибель на подходе. Подъем от той жару в лед, и провожался и вперед. Больше слов. Приезжайте, девушки, на моря, на моря, на моря, на моря. Прилетайте, девушки, на моря, ради настоящего дикаря. Приезжайте, девушки, на моря, на моря, на моря, на моря. Прилетайте, девушки, на моря, ради настоящего дикаря. Ну, после таких песен даже хочется... Чтобы пойти в спортивный зал. Ну, и это тоже. Так что, наверное, перейдем к новостям спорта. Футбол. Чемпионат Греции по футболу завершился. Чемпионом, как мы сообщили, досрочно стал столичный клуб Панафинейкос. Впереди у этой команды еще финальный матч за Кубок Греции, который состоится как раз во время эфира нашей программы. Зеленые жаждут взять дубль. Задача сложная. В финале противником будет Салоникийский Арис, а это одна из сильнейших команд прошедшего чемпионата. Она готова дать чемпионам бой за второй по значимости футбольный трофей года. Высшую же суперлигу по итогам чемпионата покинут Ливадиакос, Пас Янина и Панфракикос. Кроме того, после окончания регулярного чемпионата продолжаются игры турнира «Плей-офф». Команды, занявшие с 5 по 2 место в итоговой таблице, сыграют между собой за выход в предварительный тур престижной лиги европейских чемпионов. Победивший в первенстве Панатинайкос попадает в этот турнир автоматически, причем минуя предварительную стадию. Дополнительную путевку между собой разыграют Олимпиакос, ПАОК, АЭК и Арис. Логично предположить, что по очкам борьба за путевку в Лигу чемпионов развернется между лидерами Олимпиакосом и ПАОКом. В прошлом году, например, Олимпиакос занял в таблице первенства 3-е место после АЭКа. Но вот в таком вот турнире плей-офф вышел на 2-е и принял участие в Лиге чемпионов. Кроме престижа, это еще дополнительные доходы для клуба. Арис уже в этом турнире за выход в Лигу чемпионов практически ничего не светит. Поэтому салоникийцы дадут бой в битве за Кубок Греции. Так что берегись, Панафинейкос. А вот какие темы обсуждает на этой неделе газета «Афинский курьер». История греческих банкротств. Нужен ли понт элите Греции? Какие документы требуются ребенку-мигранту для зачисления в школу? А также отвечает на вопросы, засудит ли Джулия Александрата Йоргоса Папандреу и может ли жена иностранка победить свекровь-гречанку. Ну и от печати плавно переходим к астрологическому прогнозу. Сейчас Овну самое время принимать важные решения, касающиеся вашей карьеры, репутации, социального статуса и денежных обстоятельств. Лучшее, чем может заняться на следующей неделе телец, это проверка, доработка, и привычные занятия или просто отдых. В самом начале недели Венера вошла в знак близнецов,
Так, до 20 мая она будет повышать вашу привлекательность, подталкивать вас к разнообразным интересным знакомствам, флирту и активизировать коммерческую деятельность. Удобный момент для рака, чтобы воспользоваться помощью влиятельного друга или сделать влиятельного человека своим другом и партнером. Львы! Вы настроены решительно и бескомпромиссно. Многие ситуации воспринимаете как требующие защиты своей чести и достоинства. Возможно, таковы они и есть. Но не обязательно. Кое-что вы утрируете. А вот у дев сейчас особенный период. С помощью практической сметки аналитических способностей и влиятельных лиц вы можете добиться некоторой важной цели. Весы, сейчас вам следует полагаться на свой здравый смысл, рассудок и практическую пользу. Финансовые дела кредитного или инвестиционного характера сейчас становятся особенно важны для вас. Весеннее полнолуние важно для скорпионов, так как в эти дни становятся ясными и определенными все ситуации, связанные с личными и деловыми отношениями. Не за горами серьезные и бурные преобразования в семье и в доме стрельцов. Семейные реформы сильнее всего затронут тех, кто родился в середине декабря. Как и на прошлой неделе, продолжается звездный час у козерогов. Звездный в том смысле, что вы можете реализовать нечто очень важное для себя и даже судьбоносное. События среды и четверга продемонстрируют водолеям, что именно вы можете и должны сделать для своей семьи. Заметьте, акцент сейчас должен быть именно на семье, а не на общественных делах и карьере. Значимая неделя для благополучия в доме у рыб и для завершения важных бизнес-проектов, призванных повысить финансовое благополучие. Ну и афоризм на эту тему. Все, что можно назвать благополучием или счастьем, обусловлено присутствием трех слагаемых. Нужно что-нибудь делать, нужно что-нибудь любить, и нас нужно на что-нибудь надеяться. Ну, Сократ, я думаю, в этом случае у нас всех есть большие предпосылки чувствовать себя благополучными и счастливыми, ну, хотя бы иногда. Благодарим вас за внимание. Вы смотрели программу «Новости недели». С вами были Виктория Константину и Сократ Граматикополос. Смотрите нас на канале Local TV каждую субботу и в воскресенье в 19:00. Пишите ваши отзывы, задавайте вопросы по адресу Папаниколи 22 Альфа, Халандри. Электронный адрес victoria.sokrat@gmail.com. Кстати, теперь наши выпуски можно смотреть еще и в интернете на видеопортале YouTube. Достаточно набрать в поисковом окошке строчку «Греческие новости на русском языке». На YouTube можно выйти через поисковую систему Google. Так что мы с вами не прощаемся, а говорим вам до свидания. До встречи на следующей неделе или в интернете.